Рыбы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас – Верховный жрец. Верховный жрец показывает уже в начале месяца марта больше веры в себя, да? Больше веры, что вы можете построить отношения новые, да? Больше веры, что у вас может построиться на какой-то новой работе, да? Какие-то цели, которые вы желаете достигать. Да? Здесь больше как вам нужно поверить в себя, да? Вот поверить в то, что у вас есть возможности. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта в начале – рыцарь мечей. Бороться за свое место под солнцем. Бороться, что верить, что вы можете построить отношения. Бороться то, что вы можете построиться, найти новую работу, даже после трудностей, даже после каких-то перемен. Все это вы можете, потому что вы человек, когда не отпускает руки, идет до конца. Да? Он знает, как правильно говорить, он знает, как правильно себя вести вот в обществе. Здесь как бы человек, который знает, как подать себе правильно и как себе бороться для того, чтобы он был счастлив. Следующая карта на начало – десятка пентаклей. Это может быть и ваше отношение. Для тех, которые не в отношении, это ваш фундамент, ваше благо, но это то, что это ваша стабильность. Да? Если те, которые в отношении, даже могут вот каждый заниматься то, что ему нужно, да, никто не будет мешать, каждый будет идти к своим целям, да. Может быть, те, которые не имеют отношения, да, здесь может быть появление новых отношений, отношений, которые приведут даже к это, к семье, да, к стабильности, да, потому что здесь это ваша финансовая стабильность тоже, здесь ваша почва, да, стабильная. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это четверка кубка. А вот на середине у вас как будто состояние депрессивность, да, пустота на душе. Вы можете, у вас будет такое, что вы будете плакать, вы будете скучать, вы не знаете, как правильно себя вести. Здесь может быть даже, я почему, может для некоторых отсутствует вера, что могут новые отношения построить или на новую работу. Потому что вы как будто вам высшие силы дают руку помощь, да, что-то новое дает, а вы как бы не хотите, да, вы как будто боитесь, да, вы все-таки, но здесь вот вам нужно просто поверить, бороться, что вы можете еще стать счастливее, а не вот находиться в той состоянии, когда не верите, что счастье еще есть в вашей жизни. Следующая карта на середине месяца – это рыцарь кубка. Рыцарь кубка показывает, что на середине вы должны плыть по течению, как рыба в воде. Те ситуации, которые происходят в вашей жизни, вы должны так. Если появление новых знакомых, общайтесь, не перестаете общаться. Не нужно вот находиться в такой состоянии, что у вас все не получится. Просто идите вперед, да, пробуйте для себя, да, начинайте что-то для себя новое. Следующая карта на середине месяца – это двойка кубков. Прислушаться ваша интуиция. Для тех, которые в отношениях, у вас есть человек, который может вас поддерживать в трудные моменты, да, дать эту веру, да, поддерживать, что вы все преодолеете, все сможете. Те, которые не в отношениях, как я сказала, здесь новое может быть знакомство, да, может это знакомство, когда, знаете, вы уже не верите, что у вас может это случиться. Следующая карта на конец месяца – это туз кубков. Туз кубков, знаете, показывает ваша чаша, да? Я хочу еще сказать такое. Для тех, которые находятся в отношениях, как семья, да, есть дети, здесь как будто будет, у вас будет такое состояние, вот вы весь месяц март будете отдаваться детей, да? Вот как бы помочь кому-то, может, какому-то ребенку из вашей семьи, да? Здесь который вот может быть болеет, да? Может, по состоянию что-то происходит, да. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это карта влюбленные, карта выбора, да, карта все-таки некоторые будут стоять перед выбором, некоторые будут, знаете, те, которые уже имеют отношения, здесь показывают как отношения, где есть чистые искренние отношения, но все касается это именно вот как вот для рыб, вот весь целый месяц март
включайте любовь, да, чувства, эмоции, доверие, да, не постараться находиться вот в депрессии, да, пустотное состояние. И как бы здесь как бы решение, да, как будто когда вам нужно как-то решить какой-то, какие-то шаги, да, но у вас как двойство здесь есть, пока вы как бы все-таки сомневаетесь. Давайте возьмем карту совета, что вам высшие силы советуют для вас. А высшая сила показывает карту отшельника, да. Высшая сила, как совет для вас, дает: копайте внутри себя, да, ищите решение внутри себя, потому что здесь есть возможность, если все будете обращать внимание, что происходит внутри вас. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. Для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.